О, хай пипл. Че, мы купили тут? Это ты бухать собираешься, да? Бля, да это так, у нее разминочка, вы че, ёпта? Вы шо, Галя, ёба, а? Ищери, бро! Пойдем, 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 быстрее, быстрее. Быстрее, смотри, быстрее. Смотри. Дотащишь? Там есть? Дабл-Х. А, жена. Пиздец, она колючая. Бля, вот эту хуйню не задевай. Пиздец, смотри. Это божественно. Вон стоит шпион, блядь. Смотрит, что с его камерой происходит. Главное, башку сюда не воткнуть. Нет. Короче, мы попали на тусу, на днюху, ёпта. Именинник, днём рождения. Короче, мы сейчас идем к Юрчику, нашему повару сегодня. Мы к вам с блогом. Смотри, мяско. Ну, типа, тут тачка вся хуйня. Пожелайте Артёму там что-нибудь. Тёма, разы, днём рождения тебя. Всего тебе самого охуительного. А, чтоб ты, бля, в жопу больше не долбился, на правильный путь стал... Блять, в трейдерстве все заебись было, хуй стоял, деньги были, за остальное все хуйня. Девочка у тебя охуенная. Я люблю тебя. Она врет, я тебя больше люблю. Пожелай Артему чем-нибудь. Артему что-нибудь? Да. Артем, чего-нибудь тебе хорошего. Посвяти ему танец. Да ебал. Ну-ка на, попробуй. Нормально, соли? Сейчас жене позвоню, разведусь, так на тебя жене. О, хом-видео, пацаны, снимаем, пацаны. Так, Артём, возьми ее за ляжку. А, да, детка. Она меня не трахает. Не, Тёма, подожди. На камеру работаем, блядь. Я с вами. Ютуб-канал, блядь. Дайте голову. Потом помочь. Да, ладно. Раз, два, три! Ты чё, сумки, ничего? Давай, прыгай! Ебать хуярит, ебаная баня, Юра маньяк, ебаный дьявол, блять, который убивает людей. Йо-йо-йо, давай, ресторатор, кто там ресторатор? Ну, давай, теперь МС слева, твое слово. Украина моя, вразумишь? Вразумишь, ебаный в рот, блядь! Долбоёб. МС справа, ответ! Давай, в рот! Да, Зорька, нахуй! Тебе звонят. Алло, возьми трубку. Алло, да, сука. Ну, извините меня, я повторю это! Пока я здесь босс, ты отдыхаешь! Ты иди отсюда вообще, дурак. Юра, я не хочу с тобой ругаться, иди отсюда. Я зачал его Джонни вот этим на голове. Тихо. Ты убила Джонни! Это наш троих, короче, им был. Сначала работала Мадина, потом я, а потом... Я папа. Можешь как красиво, я чуть поделаю. А, надо говорить, да? Жопа есть. Меня тоже. Да блин, давайте без меня. Туда куда-нибудь. Отойди туда. Ой, не надо туда тверкать, да. Я тоже хочу. Давай. Нет, давай мы вот так вместе с ним будем тверкать. Давай. Тверкай, это не твоя ситуация. Подожди, он тверкает. Бля, заебал. Да блядь, у него жопы нихуя нет. Уф. Что там? Видос, да? Привет! Ищкере, бро! Ты что, зелье варишь какое-то? Конечно, блядь, это эликсир молодости, братан. Давай я его подумаю. Братан, ты и так молод, блядь, 24 года. Какие нахуй 24 года? Что, ты подверкаешь? И, кстати, помнишь, у нас... Вот, получается, вот. Да. Нет, давай, на пару, давай.
Тема, рядом стань, Тема, рядом стань. Он это закинь, пацан. Не надо это снимать. Нахуй. Давай, спи сюда. Сексуально лицо сделай, давай. Покажи страсть. Показал страсть, бро. Это плагиат на Борщ Стори. Короче, Шешел стоял вообще здесь. Но здесь все открыто. Наш дождь как ливанул, короче. И никто не знает, это сейчас есть Шешел. А я, короче, они там танцуют, короче, отжигают. Я тут Шешел варю. Тут еще много мяса. Все думают, сегодня мы без Шешла. Вон, громко. Сейчас дождь ливанет еще раз. Сумку продавай. Это прикинь, какой маркетинг, когда русский продает и два узбека рядом. Это новый депилятор. Вот наш подопытный Юренья. Потому что борится. Пару комментов там это же хватит. Это Ваня? Да. Нет, да, побольше дождь был. Пойдет? Вот это да, ебани прямо от души. Я тебе сауну поставлю. Туса прошла успешно, как и ожидали наши прогнозы. 1xbet, да такой же. Эту песню сочинял я ровно 10 лет. Ой, этот из нас прямо какой пел. Весь мир хором подпоет, весь мир. Теща моя! Моя! Злая свинья! Пизде злая! Теща моя! Его! Коротка моя! Отец его! Харя злая, вот такая хочется блевать! Как у него! На тебя нужна вторая мать! Натуре! Все! Его! Я сдох нахуй! Злая его! Хорошая тема дальше! Давай! Давай, бабы мои, танцуйте! Блять! Погоня, ебаный в рот. Первая пошла. Вторая пошла. Все. Это все. Закончилось.